Какой град идет сильный по Теряевке. Стою спиной, очищаю камеру. Вот такой крупный. Сы мне хлещет по спине, хлещет по ногам. О, еще сильнее. О, какой град идет. Аккуратно сохранить камеру надо. Это даже не дождь, а только град идет. Сыпет как дождем. Вот мы работаем здесь. Вот только мы же. Оп, еще пошел сильнее. Какие колышки мы воткнули, вот. Вот, даст Бог, выросло что-то из них. Вот мы тут посадили. Все наша работа. Пилим ветлу. Ломом делаем отверстие в земле, в глине. Строгаем внизу бревнышко ветлина и втыкаем туда его. Заливаем водой. И сверху глиной замазываем. Влага не испарялась. Вот откуда мы идем. Это мы за 3 дня успели только сделать. Вот деревья поспили. Вот деревья мы пилили, чтобы из них делать эти будущие ветлы. Вот дерево спиленное. Аккуратней. Уже телега стоит боевая. Вот все наше, вот утихомирится погода. А ветлу мы берем оттуда, вон там дерево стоит, ветла большая, растет ветла. Вон мы на них лезем там и спиливаем ненужные ветки. Вон такие желтые кроны у них, светло-зеленые точнее. Аллилуйя, аминь. Как там, Виктор? И началось там уже выставил ролик, оказывается. Там выставил записывал. Твой, мой, да? Да. Ну, именно про твой он говорит, что твой. А твой? Ну и тот на выставил, просто он сказал, что твой. Надо у Виктора брать еще. Он ведь даже какие-то комментарии там написал. У нас есть, интернета нет. Не прочитаешь. Да я там поговорил. Про себя всю правду матку порезал. Я по-человечески это
Ну, другой бы никогда бы это не рассказал. Так это понятно. Я на форуме написал о себе, ты там тоже все. Да. Какие мысли были, какие чумы? Потому что не надо было, да, это делать. Ну, про мысли, извини меня. Почему там не было? Потому что перед Богом-то открыто все, я вообще этого не боюсь. Ну да, так-то страшный суд же грядет. Конечно. Да. Лучше уж здесь пускай Господь. Лучше, говорит, меня обличит праведник, нежели потом будет. А если не праведник посчитает? Ну, если он правду говорит, надо принимать. Покрушили змеи. Где моя ножовка? Ножовку не видели здесь? Ножовочку. Вон, сколько мы тут поработали. А ножовки нету. А вот она. Ножовка лежит. Цепили целую телегу, поехали. Казалось, в телегу все влазит. Можно было оставить ее.